Саратовские автолюбители провели необычную донорскую акцию. Десятки автовладельцев собрались в районе Третьей Дачной. Мероприятие приурочили к предстоящему Дню автомобилиста, который отмечают 25 октября. С Третьей Дачной автомобилисты направились в областную станцию переливания крови на улице Гвардейской, где все желающие могли сдать кровь. По словам организаторов акции, владельцы автомобилей, как никто, знают, насколько важно донорское движение. 25 октября – День автомобилистов Великой Отечественной войны. 25 октября – также День памяти погибшим автомобилистам. И мы решили отдать дань уважения, сдать кровь, потому что, попав в аварию, любому водителю может понадобиться кровь. После сдачи крови колонна отправилась к мемориалу солдатам-водителям, погибшим во Второй мировой войне, для возложения цветов.